И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш тренинг по мануальному массажу и мануальной терапии. И сейчас проходим тему скруток для мобилизации и расслабления в основном поясницы, да, ну и реберных позвоночных сочленений, когда человек лежит на столе спиной к нам. Меня зовут Олег Калаук Гудвин. И вот первый прием показываю. Берем под косточки подвздошные, руку подкладываем так, чтобы таз лежал. Показываем человеку, чтобы он расслабился. Руку делаем прямую, не захватываем, чтобы лимфоузлы не пережать, да, и чтобы щекотно не было, больно не было. На прямую ладошку кладем. Положили, расслабили. И теперь квадратные мышцы поясничные, да, и позвонки, самую нижнюю поясничную, растягиваем. Доходим до преднапряжения и потом мобилизируем. Так, перед этим человеку, естественно, надо было бы разогреть. Дальше переходим на ребра, плавающие ребра пропускаем. И упор делаем в реберно-позвоночное сочленение. Вот оно. Примерно от оси позвоночника, это сантиметров 5-7. Вот в них упираемся и продавливаем. Также можно и в обратную сторону продавить, подняв ребра, тут давим в таз. Уже произошло. Хрустнул, да, произошла мобилизация. Ну, тут с ребрами много не схватишь, только в основном нижняя часть получится. Далее, при сколиозе, ну сейчас я дойду до этого, да, можно брать за бедро. Целиком у нас получается нога, как рычаг, видите, прямая нога. Проверяется так, чтобы она была расслаблена. После этого мы раскачиваем таз. И нас интересует подвздошно-крестцовое сочленение вот здесь. Вот она идет. То есть давить мы будем, соответственно, в косточку подвздошную, выпирающую часть. Для начала, для практики, уперлись в крестец, расшатали крестец, расшатали подвздошное крестцовое сочленение с этой стороны, расшатали с этой стороны. Нога, естественно, идет в противофазе, вот в ту сторону, здесь в эту сторону. После этого произвели мобилизацию. Раз, произошел щелчок. Если у нас, нас интересует грудной отдел, да, тут можно, вот тут как раз при сколиозе. Допустим, они, позвонки ушли в грудном отделе в нашу сторону, в данном случае вправо, да, то мы давим уже не в ребра, а в сами позвонки. Если ногу тяжело захватить, вот так, как я показывал, да, на... Ну, тяжелый нога у человека, да, на бицепс не получается. Можно взять с той стороны. Сделать то же самое. Можно еще облегчить ногу. Захватить ее плечом и за колено. Вот так. Она становится легче. И вы тогда уже работаете всем корпусом. Так гораздо удобнее. Но единственное, что теряется рычаг за счет маха всей целиком. За счет маха целиком ноги. Для тех, кто достаточно гибкий, ну и легкий для вас, да, можно положить ноги вместе и взять обе ноги. Все, расслабились. И также продавить сначала таз, потом позвоночник. Если сколиоз, опять можно сделать с поворотом. В эту сторону либо вот. Все, после всех манипуляций расслабляем человека легким раскачивание. Вот. А в следующем видеоролике я вам покажу скрутки конкретно поясницы с постановкой позвонка, когда человек лежит на боку. Ну, сейчас мы переступаем к практике. А если вы нас только смотрите, то зря вы нас смотрите. Лучше приходите сюда, отрабатывать все на практике, на живой натуре, и вы уйдете от нас с готовыми навыками в руках. С вами был Олег Алабудвин. Великий популяризатор массажных технологий на всем русскоязычном пространстве интернета. До новых встреч, дорогие друзья!